две тюри, распаковка айфона и карточки. В прошлый раз нам попалась вот такая вот карточка и вот такой вот классный айфон. Опять начнем с карточки. Вот такой пакетик. Открывай-ка я. Вчера не смогла открыть, не было скучно. Закончился. Вау! Вот такая. И такие надписи, то, что они бы так не вылезли здесь. Думаю. Тут у нас под номером 2. Очень красивая карточка на самом деле. Я думаю, надо сделать побольше коллекции. Сейчас поэтому рисую. Наверное. Нет, не знаю, что нарисовать. Нарисую какой-нибудь. Что-нибудь нарисую, короче. Какой-нибудь новый еще придумаю. Айфон и еще и карточку. Какие давай. Так, и Apple. Вон мы можем клеить куда захотим. Не знаю, может сделаю коллекцию патчи. Так, сначала показываю телефон. Сегодня вот такой красный у нас. 14 или 13, непонятно. Так, берем телефон для начала. Приклеиваем его. Закус вам повыше хочу сделать. Так. Берем теперь айфон. Ой, кстати, вот такой чехол у нас. Да, кстати, вот такая сегодня у нас коллекция. Потому что такой айфон был, я вот здесь. Как по-моему отклеить уже вот так. Но ничего не получилось. Сначала показываем коллекцию карточек небольшую. Не знаю, сколько нам попалась такая вот. 2203, 2068, 45, 53, 28, 69. Такой классный дизайн. Здесь просто дизайн и какие-нибудь рисуночки нарисовала здесь. Что я очень устала. И вот здесь такой дизайн вчера рисовала. Скоро закончился вчера, поэтому не смогла распаковку сделать. Поэтому, может, сегодня еще будет видео, если я успею сделать. Так, значит, вот так, в прошлый раз нам попался вот такой айфон. Мне он, кстати, понравился, но чехол такой себе. А телефон, как помню, был розовый. Здесь у нас классненький, красненький телефончик. И вот такой розовый чехол со звездочкой. Я могу придумать дизайн чехла на телефон, поэтому нарисовала просто звездочку и раскрасила в розовый. Ну, вот такая коллекция у нас получается. Ну, это мои друзья. Всем пока!